друзья. Хорошая новость из клиники «Рыжий кот». Котенок Бублик встал на лапки. Одна лапка у него вывихнута, ее предстоит прооперировать в ближайшие дни. И затем уже через неделю примерно котенок будет в абсолютно нормальном состоянии. Поэтому, пожалуйста, забирайте, присматривайтесь. И кто может, помогайте лечению. Большое вам заранее спасибо. На связи. Так, ребята, у нас хорошие новости. Котенок Бублик встал на ноги, у него таз срастается, с грудью проблем уже намного меньше, то есть оперировать грудную клетку, к счастью, не придется, но, как видите, правая передняя лапа у него вывихнута, он на нее пытается остановиться, и ее надо будет прооперировать, вставить сустав обратно, закрепить его, и потом котенок будет полностью здоров, поэтому, кто хочет, пожалуйста, заезжайте в Рыжий Кот, Киев, Науки 78, посмотрите на него, его скоро можно будет забирать, подлечим. Ставим лапку на место, и будет все в порядке. То есть лапа, это, в принципе, уже последнее, что надо будет лечить, потому что изначально проблема серьезная была с легкими, но, к счастью, все обошлось, пневмоторакс ушел, воздух ушел, и сейчас у него все в порядке. Привет, привет, Бублик. Да, чудесный котенок. Это еще немножко падает, очень слабый был, сейчас уже лучше.